Короче, до остатки заряда я решил показать свой дом. Ну, точнее, квартиру. Хотя как квартиру, только комнату покажу. Короче, это рутура трейсера. Делать буду быстро, потому что на камере заряда мало. Ну, в общем, смотрите, вот моя карта тут висела раньше на месте вот этого вот дерьма, которое мне тут привезли, вот этого вот. Тут мое рабочее место, тут у меня чуть-чуть запасов. Я в основном пью газировку, грубо говоря, Глобус. Куча всяких учебников. Ну, давайте самого интересного. Падо. Здесь раньше был вообще спорткомплекс мой, но его потом увезли. Подарить решили. Потом бумажные конструкторы. Раз, два, три. Когда в поезде езжу, обычно что-нибудь такое покупаю, собираю. Потом Лего Майнкрафт. Надо обязательно показать. Я ж майнкрафтер. Тут... Я, кстати, тоже всю композицию надо достроить. Так, показывай. Я тоже видишь, снимаю. Композицию все это мне надо будет поправлять, что-то делать. Там некоторые свое, некоторые из наборов. Ну, в основном из наборов. Потом. Самолет из техника. Он раньше даже работал, пока его батарейки не изъял. Вот всякие коробочки, но это все в основном своими моделями. Вот, например, у поезда модель. Надо все, кстати, электричество, ну не батарейка, а вот электричество от рельсами дойдет. Такой трамвай, который, я думаю, попытаться переделать под колью мою. Тут вот вагончик у меня лежит, тут вот вагончики лежат, вот в этой коробочке вагончики лежат, там вот дополнительное всякое оборудование. Вот мы тут с моей сестрой Аля гоняли. Например, вот этой вот машине, я могу точно сказать. Ну, поменьше, конечно. Да, поменьше, чем моей сестре, будет лет 7, наверное, а то и 9. Да, скорее всего, даже 9 будет. Потом вот тут чуть-чуть деталей, потому что изначально все лего превращалось, сами знаете, во что. Я вот сейчас сижу, кстати, занимаюсь от проекта, не знаю, может его тоже потом отснять. Пытаюсь из двух сразу мешков что-то сплавить. Ну, короче, поплавить. То вот, смотрите, у меня вот такой фотик есть. Я его могу ходить фотографировать в парк, но он не работает, поэтому не получится. Ну и наконец-то. Это мой фикус. И мы сейчас выходим на мой балкон. Ребята, добро пожаловать в мир. Во-первых, инструкции. Вот почти все инструкции. Потом вот тут чуть-чуть Hot Wheels лежит. Вот тут я, ну так сказать, себе решил по-быстрому сколотить подобие поезда. Потом, вот тут всякие у меня тоже поезда лежат. Как вы поняли, я железнодорожник и долбанный. Тут тоже у меня всякие рельсы лежат. Ну еще вот там чуть-чуть техника лежит. Всякие новогодние наборы, переезд. Потому что я тут душу в город не влезла. Вот тут лего-тачки ей очень много. То вот это вот, по-моему, из Чибы. Наборчик. Ну, лего-тачки вон постарше, по-моему, даже Чибы. Тут вот у меня единственная живая сценка, которая осталась в живых. Вот, например, вот этому дому, ну, лет 7. Вроде бы. Что тут? И вот кран, кстати, вместе с домом был. Это я точно помню. У меня еще был зеленый поезд такой старый. В отличие от вот этого вот всего дерьма, зеленый тот поезд, у него был фары, гудок. Даже где тут в коробках его наклей хоть посадили, я его тогда разломал. Ну, сами знаете, чего вы от меня возрастом ожидаете. Вот все гигантские сооружения, их строил по 3 дня. Там, если вы не понимаете, то вот в этой штуке там, ну, почти 30 тысяч деталей было. В этом, вот это вот, Таврский мост, в нем поменьше деталек. У него, по-моему, там 15 тысяч было, или 17. Тут всякие мини-модели. Это вот из китайского лего эльфовая башня. Как видите, она вся нагнулась. Это вот лего. Блин, я забыл, как эта ракета называется. Сатурн 5, что ли. Которая на Луну летала. В общем, вот. Она вот такая вот высокая, на самый высок получается. Вот, ну, вот такой посадочный модуль. И модуль посадочный навод. Вот видеомодель улицы. Вот у меня Mars Klein кораблик. Ну, у меня какое-то там здание. Я не знаю, что это такое. Это вот такой дешманский Таврский мост из китайского лего. Белый дом, на который надо бросить лолибомб. Вот такой двухэтажный автобус. Блин, я сейчас ее переверну, кажись. Будет тогда плохо. Ну, в общем, тут бежит, дорога ходит, вот такой вот поезд. Сейчас они, наверное, уже не работают, батарейки сели. Что у меня тут? Там станция должна быть, да.
старая, причем. Вам кажется, тут вакханалия. Тут у меня всякие модельки. Кстати, вот некоторые модельки сами собраны, например, вот эта хрень. Зачем? И вот эта, кстати, машина тоже сама собрана. Вот, а белая машина, скажу так, очень старая. Потом, я тут, у меня раньше была мини-улица, но сейчас вы видите, тут вакханалия. Вот там у меня раньше строился дом, теперь почему-то стоит запчасти от поезда. Там раньше было подобие аэропорта и подобие космодрома. Сейчас там фалькон упал, грубо говоря. Вот тут у меня порт был раньше. Сейчас сами видите, что во что превратился. Пробка. Вот это, кстати, не из Лего Сити, а из Лего Муви, но я ее чисто взял, потому что машины с мороженого у меня не было. Переходим сюда. Тут же жили раньше полярники. Вся сейчас какая-то дичь происходит. Это, кстати, моя постройка почему-то. Тут у меня улица была раньше тоже. Теперь какая-то дичь. Вот тот, кстати, белый дом очень старый. Низкий уровень аккумулятора. Блин. Вот тут у меня сухогрузы и пожарный корабль. Пожарный самолет. Карьер. Тогда вот тут аэропорт, вот он там спрятался. Вот тут у меня полицейский участок. Очень, кстати, старый на самом деле. Полицейский участок. Дом, у него там свет внутри горел, звонок даже есть. Потом передвижной офис полиции. Вот тут вот у меня вообще бардак, а раньше тут была увеличенный масштаб вот той улицы. Только еще плюс с рестораном. Ну что, я все вроде бы успел показать. Вроде бы да. Все, у меня сейчас аккумулятор сдохнет. Ну что, интересно, сдохнет или нет? Так. Надо побыстрее успеть добежать до коллекции бабочек, это будет последнее. Всякие фотографии, вот они, коллекция бабочек. Все. Могу заканчивать видеосъемку, я вроде бы успел, все, это моя комната.